Новый год – время самых невероятных перевоплощений, чудес и волшебства, так считают те, кто верит в сказку, а именно дети. В этот день девочки и мальчики, которые уже давно пребывают в предвкушении праздника, попытались его приблизить. В этом им помогали полюбившиеся персонажи. Постановку под названием «Новогодние проделки Бастинды» ребятам дарили артисты, воспитанники творческих коллективов Брестского областного дворца культуры. Мы же не первый раз приходим, каждый год вот деткам. Вот одной дочке 7 лет, второй 6 лет. Вот уже с самого маленького ходим мы на представление. Скоро Новый год, ждем только чуда, волшебства. Поэтому я его и привела, ну, чтобы он отдохнул, улыбнулся и был на хорошем год. В новогодней постановке приняли участие более 40 артистов. На сцене развернулось настоящее сказочное действо с множеством спецэффектов. Зажигательные танцы, хореографические этюды, яркие костюмы героев. И, конечно, увлекательный сюжет постановки просто заворожили маленьких гостей праздника. Дарить праздник маленьким берестейцам – добрая традиция, которой много лет придерживается Брестское областное объединение профсоюзов. В предновогодние дни ежегодно проводятся утренники для детей из многодетных, малообеспеченных и неполных семей. В канун праздника профсоюзы также оказывают благотворительную помощь сиротам, инвалидам, а также детям, оставшимся без попечения родителей. Такое внимание и поддержка, несомненно, важны и необходимы ребятам. В этом году акция «Профсоюзы детям», стартовавшая в начале декабря, охватит детские дома, школы-интернаты, детские деревни, дома-интернаты, социальные приюты и дома ребенка. Лидеры организации встретятся с ребятами и проведут для них праздники с подарками и сюрпризами. Вместе с этим будут проводить елки и другие обкомы профсоюзов. Это обком культуры завтра проводит елку, обком работников агропромышленного комплекса. Такие же елки новогодние профсоюзы проводят и в городах, районах, большой охват. Все это за счет профсоюзных средств. Сама программа предусматривает представление, спектакль, мероприятия возле елки здесь же, Дед Мороз и Снегурочка, игры, аттракционы, конкурсы. И, естественно, так долгожданные новогодние подарки каждому ребенку. София Бережная, Евгений Проснель, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».